Еще раз напоминаю, да, что это у нас весовая категория до 72 килограммов. Нурсултан Арынбасаров и Хабибулла Мансур. А, друзья, с нами Хабибулла Мансур, как я уже говорил. Я не знаю, Мансур, ты это слышал или нет, но лично я считаю Мансура первым номером у нас в Казахстане по бразильскому джиу-джитсу. Мансур, очень рад тебя видеть. Ты сегодня одержал победу в своей весовой категории по синим поясам. Как ощущения? Спасибо вам за теплые слова. Ощущения, ну, удовольствие, конечно, после хорошей борьбы. У нас джиу-джитсу растет, и это и вправду греет душу. А еще такой вопрос, Мансур. Я знаю, что ты буквально недавно вернулся обратно в Казахстан после продолжительного, может даже и так сказать, путешествия. Расскажи, пожалуйста, куда ты ездил, какие итоги этого путешествия? В общем, был я в Америке, именно в Лос-Анджелесе, в округе Лос-Анджелеса. Я пробыл там 6 месяцев, дал 6 турниров, из них все 6 золота. Вот и все. Но, друзья, еще раз хочу обратить внимание, Хабибулла Мансур, наша гордость, подрастающая, пока уже, можно сказать, выросшее поколение, тот человек, который будет задавать тон нашего, один из тех, кто будет задавать тон нашего бразильского джиу-джитсу в Казахстане, бразильского джиу-джитсу и грэпплинга. Мансур, огромное спасибо, желаю тебе дальнейших успехов. Кстати говоря, Мансур является воспитанником школы Альянс Астана. Мансур, еще раз поздравляю. Ос, друзья.